2D хорошо, а сферический мультфильм еще объемней. Уже на следующей неделе в столичный прокат выходит трейлер новой анимационной ленты «На звездном небе планетария». Мультфильм на купол проецируют 4 проектора. Специфика сферической киноленты в том, что это обзор во все 360 градусов. То есть каждый зритель может почувствовать себя героем картины. Такой эффект присутствия не единственное преимущество. Проект смешанной техники. Кукольная анимация с декорациями, отрисованные вручную фоны и трехмерная графика. Если в цифрах, для этого 15-минутного мультфильма понадобилось 1000 кадров. Стоп-моушен, столько же рисованных сцен и сотни часов работы. У нас есть главные герои Пип и Скрип. У наших кукол была специфика. Мы просили, чтобы в них был плотный проволочный каркас, для того, чтобы могли придать любое положение при анимации. После того, как мы произвели съемку, у нас идет дальше какая-то небольшая цветокоррекция. Снимаем мы на хромакее на зеленом фоне, потом у нас идет, соответственно, кейнг, убираем зеленый фон, вставляем мышей. Вот Настя рисует фоны замечательные.